Сергей, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний матч? Игра в целом, как оценить ее? Ну, результат положительный, значит, игра была хорошая. В принципе, первый тайм начали очень здорово. Забили, выиграли первый тайм 4 или 5-1. Во втором немножко физически, наверное, ослабли, но смогли доиграть, думаю, за счет характера. И хочу отметить нашего вратаря, который очень много списал. Если бы не он, наверное, результат был бы другой. Ну и немножко за счет индивидуального мастерства, наверное, сильнее были. В основном за счет этого и выиграли. Вы кого можете посчитать лучшим игроком сегодняшнего матча? Лучший игрок — Сона Белал, вратарь. Он сегодня все сделал. Считаю его лучшим игроком. Если бы не он, результат был бы отрицательный. В основном за это. Как вы оцените свои шансы на выход из группы? На выход из группы эту игру выиграли. Следующая игра с Бончем. Я думаю, они фавориты группы. Ну, Геращенко, я знаю, за них уже не играет. Посмотрим на фоне сильного соперника. Они обыграли ЛКИ, по-моему, 15-1. Думаю, эта игра, думаю, для нас будет удачно, если будет даже ничья. И с ЛКИ надо побороться. И, думаю, со второго места должны выйти. Дальше посмотрим. Так, и немножечко не по игре будет вопрос. У вас синяя форма. Но почему выбрали именно такой цвет? Это никак не связано, просто захотелось, наверное. Не знаю, как это связать. Просто захотелось. Больше у всех майк, наверное, синих. Уже точно. Спасибо, удачи вам. Спасибо.